Что такое 85 лет для театра? Это богатый репертуар, преданный зритель, устоявшиеся традиции и занимательная история. А еще это юбилей, повод отпраздновать важную дату в теплом кругу, корифеев сценического искусства и молодых артистов, старых и новых друзей театра и, конечно же, зрителей. В честь своего юбилея Государственный академический театр оперы и балета имени Абая организовал полномасштабный фестиваль, где во всем великолепии представил постановки, вошедшие в Золотой фонд оперного и балетного искусства. Это культурно-просветительный, естественно, в первую очередь фестиваль, и в котором очень большая составляющая – это образовательная часть. В этом году у нас год молодежи, и мы, конечно же, хотели бы привлечь внимание молодежи к высокому оперному искусству. И поэтому фестиваль, когда создавался, мы очень много думали, какие все-таки 300 было опер. Сейчас у нас в репертуаре постоянно действующий текущий репертуар – это 50 спектаклей. То есть поставить галочку на какой-то спектакль было очень сложно. Художественный совет очень много работал над этим. Но мы в первую очередь все-таки остановились на наших классических постановках, которые идут. Опера «Абай», опера «Кармен», которая пользуется у зрителей большим успехом, «Лебединое озеро» и «Ромео и Джульетта». Венчая собой любимую жителями и гостями Алматы улицу Панфилова, готов возвышается на фоне белоснежных горных хребтов, являясь одним из символов южной столицы. Здание выполнено в стиле классицизма с вкраплениями традиционных элементов, что отражает и репертуарную политику театра. Шедевры национального искусства здесь идут наряду с мировой классикой. А свою историю прославленный театр ведет с 1934 года. Тогда, открытой годом ранее, музыкальные студии присвоили звание театра. Вот эта экспозиция, которую мы видим в фойе второго этажа, сделана специально для фестиваля оперы и балета, посвященной 85-летию театра нашего. Значит, фотографии предоставлены архивом кинофотодокументов. Вот специальный театр делал запрос, и им предоставили вот эти вот фотографии. Они тоже в какой-то степени отражают историю театра, но я бы назвала это история театра в лицах. Мы на этом стенде видим Куляш Басиитову, Шару Жиенкулову, Канабека Басиитова и Курманбека Жандарбекова. Эти четыре человека – это те первые артисты и режиссеры, те, которые в этом театре ставили первые спектакли. А через 10 лет после открытия музыкального театра на его сцене поставили оперу «Абай» – жемчужину казахского оперного искусства. В этой опере слились четыре великие личности – великолепная либретто Ауэзова, гениальная музыка Жубанова и Хамиди и, конечно, сам «Абай». В 2014 году в Алматы прошла премьера обновленной редакции оперы. Были сшиты новые костюмы, появились анимированные проекции и новые механические декорации. Над музыкальной составляющей работал правнук Жубанова, дирижер Алам Бурибаев. Это самое, мы уже это обсуждали, одна из не только самых красивых по своему музыкальному, да, составляющей опер, но это и опера, в которой с композиторской точки зрения она именно заключена вся европейская музыкально-композиторская школа. Да. Поэтому мы можем гордиться тем, что она у нас есть в театре в качестве основного текущего репертуара. 75 лет назад на этой сцене Ришат Абдуллин стал первым исполнителем роли Абая. Сегодня в свете софитов новое поколение. Золотые голоса современного оперного искусства Казахстана. Театр оперы и балета имени Абая – это мой родной дом практически, потому что очень много лет я служу этому театру, я очень люблю его, это мой любимый театр. Я счастлива, что меня пригласили на этот фестиваль. 85 лет – это большой праздник и большое событие вообще в жизни нашей страны, потому что этот театр Абая – это, как говорится, «карашанграк». Поэтому все отсюда пошло. К восторженным аплодисментам зрителей присоединились овации приглашенных дирижеров и солистов, прибывших в Алматы для участия в фестивале.
Я получил огромное удовольствие от того, что увидел самую знаменитую оперу в Казахстане, которую поставили здесь, в этом театре, в Алматы. И что я могу сказать? Это настоящая страсть. Вы знаете, в один момент ты осознаешь, что сейчас ты получаешь какой-то абсолютно уникальный опыт, когда ты видишь эту оперу на сцене, которую исполняют эти прекрасные солисты и оркестр. Кристоферу Окайзеку предстояло встать за дирижерский пульт через день. А пока вместе с артистами он работает над оперой «Кармен». Молодой американский дирижер хорошо знаком зарубежной публике как яркий самобытный музыкант, сотрудничающий с ведущими театральными коллективами США, Европы и Азии. «Кармен» — это французская опера. Французская опера, я имею в виду лично для меня, обладает огромным количеством изумительных деталей в оркестровке, в пении, во французском языке, который там используется. Мы очень плотно работали с текстом, с оттенками, с певцами, к примеру. Мы работали над действием, как происходит действие оперы, над темпом, с которым мы идем сквозь нее. Темп не только в том смысле, как быстро или медленно играет оркестр. И такие детали очень важны. Я выстраивал это с самых первых минут репетиции. Музыка Жоржа Бизе давно перешагнула рамки оперы и перекочевала в повседневную жизнь. Сама же постановка в театре имени Абая обрела новое прочтение, сменив декорации испанского городка на современные реалии, оставив каноничными музыку и либретто. Этот спектакль особенный в нашем репертуаре, потому что это первый спектакль в Казахстане, где классическая опера решена в стиле модерн, то есть в современный перенос времени и места действия в нашу жизнь. Но очень много шума наделал этот спектакль, были разные мнения, каждый раз полный зал. Интерес не угасает, что очень радует. Этот спектакль мной был придуман, когда я стажировалась в Италии под руководством профессора Лоренцо Мариани. Соответственно модерновому решению, герои оперы одеты и обуты, как наши современники. Они пользуются ноутбуками, автомобилями и мотоциклами. Для нас, конечно, поэтому очень важно было драматургическая линия и темпоритм этого спектакля, возможно, поэтому очень много средств передвижения. Тут даже дело не в современном антураже, все эти взаимоотношения, когда переносишь в современный мир, они еще больше концентрируются и появляется большее напряжение, потому что когда зритель ассоциирует себя с узнаваемой ситуацией, потому что я уверена, что даже в такой ситуации многие были, когда вот-вот улетает самолет и решается твоя судьба. В роли темпераментной Кармен солистка театра имени Абая Оксана Давыденко. Но с Хозе в исполнении солиста Большого театра Олега Долгова алматинской публике только предстояло познакомиться. Акустика, по-моему, прекрасная, все хорошо летит, все удобно. Не знаю, профессиональный коллектив, оркестр, хор, молодцы. Дирижер, все как-то, все ребята, солисты. Ну, я не знаю, вот, в принципе, все на очень хорошем уровне. Как и было предсказано людьми знающими, Кармен вновь собрала аншлаг. Взрослые, молодежь, дети, нетленная история и великолепная музыка Жоржа Бизе никого не оставила равнодушным. В каком бы веке ни происходило действие. Представление было потрясающим. В этом театре всегда потрясающие постановки. Я всегда хожу сюда и на балет, и на оперу. Прекрасное представление. Просто великолепно. Это все, что я могу сказать. Свежим взглядом охвачен не только репертуар, но и сам храм искусств. В начале года стартовал новый проект «Открытый театр». Так были возрождены абонементы. А в числе новых идей – познавательные лектории, экскурсии, приоткрывающие тайну закулисья, а также встречи в формате «Разговор со зрителем». Я давно здесь начал работать, где-то 53 года я в искусстве Казахстана. Поэтому, когда начинается вот этот взлет, мне кажется, именно сейчас, вот в нашем оперном театре, вот столько инноваций, столько проектов, которые даже я, театральный человек, иногда не совсем успеваю. 85-й сезон надолго останется в памяти жителей и гостей Алматы. Впереди еще несколько фестивальных дней. На сцене готов разыграется драма двух влюбленных из самой знаменитой и печальной повести на свете. Свой особый личный юбилей отметит постановка, ставшая олицетворением самого понятия «балет».